перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну здорово, блядь. Ну чё, как жизнь молодая? Бля. У меня отлично. Сижу. Что делаешь? Сижу. Юрец, здорово. Я юрец и не ебёт, и в КС и не задрот. Сижу, короче, вот. Ща. Да. Сижу, короче, вот, сижу. Дышу. Я приеду везде. Да, вообще обязательно. Все, кто из Москвы и кому есть 18 лет, приходите сегодня на Синтус. Там ребята пиздатую тусовку устраивают. А с тобой, Юра, еще как бухнем, бля. Только приедь сюда. Я не собираюсь бить татуху на лице, зачем? А, вот это играет. Воп, героина. Воп-воп, героина. Ну, бля, не знаю, значит, у тебя плохой интернет. Сорян. Я не хочу сейчас петь. Героина. Я просто видел, как русские танцуют под это. Воп, героина. Воп-воп. Героина. Я в Америке. В Лос-Анджелесе. Сидим сейчас, короче. Вот, там он. Хуйня какая-то с табаком. В Лос-Анджелесе, бро. Чисто решил вырваться. Оп-оп, да. По венам. Настроение относительно нормальное. Цвет настроения синий. Цвет настроения синий. Блядь. Спасибо большое, я творю волшебство. С вашими сердечками. Молодыми и взрослыми. Да не в Лос-Анджелесе я, бля. Бля. Бля, в смысле?
трансляции проводить дальше. Я понял то, что ты. Смотри, теперь махать можно. Да. Это было давно. Это как? Сорян, мне кто-то позвонил, у меня оборвалась трансляция. Fourteen, eighteen, hundred in his beach. Опа. Уфу, когда-нибудь поеду. Обязательно. Дела охуенно. Вот сегодня трек выпустил. Дис на любимых рэперов. Мне позвонили второй раз. А я не видел вопроса, чтобы на него отвечать. Последний трек про русский рэп, про всех new school рэперов, кроме Вани. Нахуй русский рэп, нахуй русский рэп, нахуй русский рэп, просто нахуй русский рэп. Арсен, почему ты говоришь, что рэперы хуесосы, когда сам рэпер, бля? Если ты не понимаешь, что такое русский рэп и что такое рэп, и музло, то, пожалуйста, выйди с этой трансляции и иди смотри что-нибудь другое. Он не касается таких ребят, как... Ну, вы поняли. Здорово! Еще раз. Меня, блядь, третий раз уже прерывают мою хуйню. Что это такой вопрос? Короче, твоя сестра писала мне с номера. У меня он записан как... Я сегодня пишу, типа, на этот же номер. И это совершенно другой человек. Типа... Потом разберемся, ладно? Да я не знаю, мне звонят вечно, кто-то, блядь, звонит, и из-за этого она прерывается. Ненавижу русский рэп всей душой, своим сердцем. Спроси своего кумира, почему у него разбито сердце. Конечно, он ответит, что придумал он все сам. А на самом деле нет. Бля, идите нахуй со своими вопросами про моих старых знакомых. Я не собираюсь на них отвечать. У меня рост. Я очень высокий. Да, три раза позвонили. Там где даги, там напряги, базаришь. Teenage Love скоро, не хочу говорить точно когда.
Они все пиздоболы, братан, поверь мне на слово. Я не хочу называть имена. Круто. Это чё? Блядь. Какую песню? Я не хочу песни петь. Ну, меня бросили прошлой осенью и зимой одной тоже бросили, и весной потом высокосный год бросили меня, а не наоборот. Это песня для девочек, чтобы девочки плакали, чтобы девочки знали, как я несчастен в любви. Это песня для девочек, чтобы девочки плакали. Блядь, это не бесит меня. Ударю. Да отстань, да отстань. У нас на районе всем грустно с утра. Сегодня хоронят барыгу. И плачет район, я наша спана. И местные плачут ханыги. Покойся с миром, Сеговин товар. Ты охуела, блядь. А мы останемся здесь. Им приятно, да. Я никак никому не отношусь. Отъебитесь от меня нахуй со своими рэперами. Я люблю только Юру Каплана. Ладно, блядь, хуй с вами, вопросы какие-то неинтересные, реально. Точнее, нет, тут есть интересные вопросы, но и на них очень много отвечать. Очень долго. Не очень много. Ладно, все. Всем любви.